А ну-ка. Здравствуйте. Здравствуйте. Дайте микрофон, будь ласка. Так страшно тут, ужас какой, кошмар вообще. Смотри, такая фишка. Хвалишь здесь, а он дарует подарок, конечно. Добрый день, звідки ви приїхали? Хто ви такі? Я забув вас. Приїхав з Каланчака, ця дівчинка з Одеси. Ти звідки? З Мінську. Що ви будете робити? Розкажіть про себе. Ми самі круті похвалісти в мірі. Як називається ваше тріо? Тріо. Тріо. Самохвали. Значить, я виступаю першим. Дзідзьо. Вот Кондратюку бы я не верила, там пусто, пусто обычно. А вы экономный. На тебе колбасочку. Браво! Очень приятно. Мои руки по сравнению с его, это просто маленькие такие две грабельки. Слав, комментируй, чтобы мы слышали. Он хоть и же лопату ломал. По плечу бы. Ты чё, ты убьешь его? Так нет, он же боксер, он же у него ненормальная сила удара. Ничего себе. Кошмар. Со всей силы? Как со всей силы? Ой, мама моя дорогая. Да как это так? Нет, 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 я не могу. Блин, Узелков, но еще не хватало прибить у нас участника. Ну, я не могу. Там реально крепко, я не знаю как. Все, да подожди, куда уже плечо-то? Это жах. Азамат, кивните, у вас все хорошо? Вы в порядке? Все, Алина. Из чего вы сделаны? Ты у меня спроси. Не, я знаю, что у нас есть скорая помощь, тебя вынесут. Не надо больше, ребят, но это правда, но это бесчеловечно как-то. Ну, жалко, ну. По голове бить? А, нет! No! Не надо по голове! Узелков не надо! Узелков не надо! Я поделюсь в повторе, я не буду думать. Ну, пожалуйста, ну не надо этого делать. Шок. Це не сезон, це той шок. Намагаючись переконати суддів, Василь зробив хід конем і запросив Влада йому об'їздити свого вірного красунчика. Бррр, красавчик, бррр, хороший красавчик. Він хай присяде. Сідав. Секунду. С детства боюсь лошадей. Рано! Ha ha ha!
придержите. Просто. Вот так я впервые сел на коня. Если Владу что-то мешало танцевать, то зараз, мабуть, ничего не было. Так. Это Леха? Вперед. Одно из Лех. Давайте. У меня штаны луснуть. Так. Медики есть, вижу. Я заваливаюсь назад. Иди, помогай, что ты стоишь. Да поможи. Поднимай. Нам удалось. А теперь обратно. Тихайте, я брошу. Там зайцы, попугаи, голуби, тяжелый пиджак. Удавы. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really beg you, my lord. To me, learning is just like a sport. Anything fine, it's all good. Let me jump in, me singing the trumpet. Jump up and down and move it all around. Shake your head to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. And clap your hands twice. And if it looks like this, then you a little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side. Wow. A little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you. Так над Владом еще никто не издевался. Гага. Я полетела! Слава, кстати, на кольце очень хорошо смотрится. Но вот эти два, это лебеди или кто? Гадкие утята, по-моему. Слава новенький! Какие вы все красивые люди! Как здорово! Девочки, я вас понимаю. Это прекрасно! Класс! Аби довести, що надії ще зарано виходити на сцену головного шоу України, Ігор погодився випробувати на собі складність танцю з крилами. Ти похож на Гаррі Поттера, извини. Чи змінить свою думку Ігор після цього експерименту? Давай, Ігор! Давай!
Вокруг, вокруг, вокруг. Да-да-да-да-да. Вокруг, вокруг. Стане на цей. Боксеры не боятся, а вот теперь... Я вам, глядачи, запам'ятаю. Привіт. Так, ти мені показуєш, а я танцюю. Зараз стоп. Подожди, пару движений. Ми робимо репетицію. Єва, покажи, будь ласка, які треба робити рухи. Конечно, такое, Юрий Васильевич. Нам бракує музики. Запускаем музику! Так особенно сегодня чувствуют ребята, говорят, а я не вижу их. Так особенно сегодня люди шалят, так говорят, а я не вижу их. Так особенно сегодня звезды горят, так говорят, а я не вижу их. Фантазия пошли, да что ли чувствами залит, что глаза мозолю. Эндорфины пошли, фантазия пошли, что глаза мозолю. Что глаза мозолю. Оказалось, вокруг тебя весь мир кружит. Я з міста Новояворівська, Львівської області, але зараз живу в Києві. Який у вас талант? А, я вмію співати, я вмію говорити багато. Але сьогодні ви чомусь вирішили показувати гімнастику на полотнах. Наша мечта. Дайте, будь ласка, на полотна. Давайте полотна. Але я дуже боюся висоти. А це ваші проблеми. Ну, ви розумієте, артист ви или не артист? Аматор, мне кажется. Я сейчас мечтаю, будет...
А что такое? Зараз тебе скажут. Сейчас расскажем. Что не так? Так, на звездочку, пожалуйста, становитесь артист. Вы понимаете, дело в том, что вот в нашей команде, к вашему несчастью, есть специалист, который может объяснить, что пошло в вашем номере не так. Это... Арина. Арина. Арина, что? Почему вы не лезли на полотна? Это вообще-то воздушная акробатика. Да. А у нами не было профессионалки в номере. Ну, это же воздушная гимнастика, вы же сами согласились. А то, что не было воздушной, откуда? А вы ж не лазили, это полотна летали, а вы должны сами летать. И это та причина, что вы нажали червоную кнопку? Да, и то, что вы еще не разбулись. О, это вообще... Я, дурачи, да. Через сцену ты. Не было никакого элемента. Элемента не было, элемента не было. Хотя бы какой-то элемент показал нам. Вот эта линия... Это попой проделана. Намалевана моим копчиком. Так что не треба мне ля-ля. Садись обратно, короче. Отпуск для Дзиза! Хрена себе. Должны разбить досочку целую. Вы должны сначала прицелиться. Что-то я уже передумала. Два раза. А потом со всей силы сконцентрироваться и ударить в досочку. Давайте я сконцентрируюсь, а вин где? Главное, чтобы Дидио хотя бы в доску попал, правильно? Да, да. Раз, два. Подивіться! Мені шкірка роздерлась. Все, мы выступили, Физик! Я ногою, у меня руки слабое звено. Вы должны сверху не ударить ногой сквозь досточку. Я верю в Игоря, но не верю в его джинсы. Вот это меня не надо. Закрой, будь ласка. Да, бейте сверху. Вдруг они репнут. Ну, мама дорогая. Ладно, беру вас вообще в команду. Стойте, стойте, стойте. Да не совсем честно, то один рукой разбил, второй ногой. Я хочу попросить ребят сделать то, что они сделали со мной за кулисами с Игорем и Дидио. Мне кажется, это будет справедливым, да? А что за? Голосуем? Что вы делаете? Единогласно. Подножку. Подножку? Дивись, мне... Не, чтобы я не упал. Вы четверо меня тримайте, а да робить подножку. Тин. Да! Мама дорогая. И если можно, на Дидио, то, что вы показывали, удар в прыжке с разворотом, когда вот я надевал очки, они отлетали в сторону. Идите отсюда, Дима! Сейчас. Пострекатель. Но это красиво очень. Прыжок с разворотом, и очки вот так отлетают. Yeah.
Стоп, 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 стоп. Мне календарик дали. А, я прошу приберить микрофон. Я мушу пратиться. Як вам? Ну як? Шановне тріо! Ви молодці, ви талановиті люди. Розвивайте свій талант кожним днем. Я разом з людьми встаю! Вставайте, кажу! І кажу вам...